Безпілотники, які обладнані контейнерами з небезпечними комахами, після чого російських солдатів атакують зараженими малярією комарами. Ймовірно, так путінські прихвостні хочуть приховати спалах захворюваності у солдатів після підриву Каховської греблі. Спад уровня воды, возможно, формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь лихорадки Западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией.